Продолжаем выпуск. В Белгородской области продолжается работа над новой стратегией развития региона. Ее соавторы – как простые жители, так и эксперты из разных сфер. Накануне состоялась первая тематическая сессия, посвященная государственному управлению и некоммерческим организациям. Как наладить диалог власти с народом и вовлечь граждан в обсуждение и реализацию важных проектов? Это лишь один из многих вопросов, ответить на которые предстояло участникам встречи. В их числе госслужащие, представители территориального самоуправления, некоммерческих организаций, научной среды и юристы. Они представили свои решения по повышению эффективности госуправления и работы некоммерческих организаций. Акцент на пользе для простого белгородца. Лучшие идеи лягут в основу новой стратегии развития. Всего состоится 8 таких отраслевых сессий. Главный ориентир на развитие экономики и повышение качества жизни. Для нас важно, чтобы рост экономики сопровождался с ростом уровня качества жизни, с доступностью среды, с доступностью квадратного метра жилья, с ростом заработной платы, сокращением бедности и прочих социальных показателей. Напомним, разработка новой стратегии развития региона – поручение руководителя области Вячеслава Гладкова. Изучить направление проекта или предложить свою идею может каждый на сайте развития31.рф. Кроме того, в МФЦ и администрациях муниципалитетов установлены ящики для предложений и рекомендаций белгородцев.